Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы сажаем сладкий перец без земли. Но прежде чем совершить посадки, нам нужно выбрать семена. И в этом году мы остановимся на 5 сортах сладкого перца от фирмы «Партнер». Это «Алар» перец сладкий F1, «Джемини» F1, «Лосанте» F1, «Темп» F1. Это проверенные семена, их мы уже сажали и обязательно будем сажать. Они дают хороший результат, хорошо развиваются, и мы очень довольны этими сортами. Новый перец «Пикадилли», тоже попробуем его. Также используем сорта других фирм. Перец сладкий оранжевый бык от Гавриш. Перец русский гигант и перец Атлант от агрофирмы Поиск. Вот такие сладкие перцы мы выбрали. И будем сегодня делать посадки без земли. Что же это такое? Мы готовим скрутку. Основа ее подложка, вот видите, которая используется для линолеума. Берите, покупайте тонкую подложку. И дальше на подложку мы укладываем туалетную бумагу. Туалетную бумагу опрыскиваем эпином, на пол-литра воды 2 капли эпина. И раскладываем семена. Вот разные семена разделяем палочками и, соответственно, ставим номера. И вот видите, уже некоторые семена у нас проклюнулись. Вот эти росточки, хорошо видно их. Некоторые еще пока думают. Но все еще впереди. Дальше мы эту скрутку сворачиваем. Скрутку свернули вот в такой рулончик. И у нас получилось, ну, многие называют пеленки или скрутки, как хотите. И дальше ставим в теплое место. Ставим в теплое место, закрыв вот в такой пакет. Ну, я обычно ставлю к батарее, где потеплее. И будем наблюдать, как у нас прорастают дальше наши семена. Это острый перчик хабанера у нас тут вовсю растет. Но будем смотреть теперь за сладкими перцами. А какие сладкие перцы вы будете сажать в этом году? Поделитесь, пожалуйста. Подписывайтесь на канал Топ Сад. Всегда рады новым друзьям и рады всегда ответить на ваши вопросы и комментарии. До новых встреч, дорогие друзья!